Всем здравствуйте, приветствую вас на моем канале. Очень коротко сегодня о моем опыте заказа кухонорки с сайта AliExpress. Итак, вот моя посылочка. Я ее открываю для вас. Итак, я заказала два вот таких моточка цвета Red Wine. Очень достойно все упаковано. Итак, посмотрим. Значит, к каждому мотку прилагается вот такая бобинка. Очень мягонько. Первые ощущения приятные. Так, что касается упаковки. Из единственных понятных цифр это будет 50 грамм и 15% чего-то. Не знаю чего. Так, ниточка, смотрим. Ну, пока непонятно, буду проверять. И нить в бобинке, давайте посмотрим. Она немножечко, видите, растягивается, эластичная. Рекомендую заказывать все-таки с этими бобинами, потому что это будет основа вашего изделия. Будет на чем держаться пух, не так будет растягиваться. Не пожалеете, лучше доплатите и закажите вот с этими бобинками. Так, ну давайте проверять дальше. Давайте поближе покажу вам упаковку. Вот она, мордочка норки, видимо, изображена. Уход на английском есть. И вот и наши 15% и 50 грамм. Такой маленький моточек. И нить в бобинке поближе покажу вам. Итак, отрезала небольшой кусочек ниточки. Проверим, что же там все-таки в составе. Итак, давайте вот. Пахнет паленым волосом. Запах хороший. Запах, значит, что-то натуральное здесь есть. Так. Ну, что у нас получается? Ну, я скажу, что... Смотрите. Так, не фокусирует. Ну, шарик все-таки пластиковый образуется, знаете, как полимеры. Так, ну и эксперимент с поджиганием тоже поближе покажу. Есть некоторая залистость. Видимо, на те самые 15% пуха она и есть. Остальное все полимеры. Пластиковый шарик. Ну и давайте поближе покажу образцы. Этот образец связан в одну ниточку. Уже пух, посмотрите, как пролазит. А значит, второй образец в две нити, более плотный, очень мягонький, очень приятный. Вязать безумно приятно эту нить, очень приятно. Ну и посмотрите, какое у меня изделие получилось. Я связала капор, вязала его в две нити, нитки еще остались. И посмотрите, я его еще не стирала, а он уже какой пушистый. Ну и сориентирую вас с расходом. Вот что у меня осталось после вязания капора. Ну, наверное, вот еще перчатки выйдут. Такие два моточка остались. Ну и общее впечатление. Я бы взяла эту пряжу еще раз. Да, она мне понравилась.